Все российские предприятия должны будут устанавливать оборудование, которое повышает эффективность производства и при этом сокращает количество вредных выбросов в атмосферу. Внедрение этих стандартов станет обязательным с 2020 года. О долгосрочных планах и ближайшем будущем речь шла на первом заседании Организационного комитета по проведению в 2017 года экологии. Председателем новой структуры стал глава администрации президента Сергей Иванов. Восстановление лесов он назвал приоритетной задачей. Иванов также напомнил, вводятся новые жесткие нормативы в сфере утилизации бытовых отходов. Нам предстоит изменить подходы общества, органов власти, бизнеса к таким, казалось бы, прозаическим вещам, как утилизация бытовых отходов. Сейчас десятки, даже сотни миллионов тонн отходов в лучшем случае вывозятся на полигоны или сжигаются на заводах. А в худшем, что греха таить, про них просто вываливаются, где попало. Окрестности многих населенных пунктов у нас превратились в гигантские свалки. Вы об этом знаете, наверное, не хуже меня. Современное цивилизованное общество так жить просто не может. Чисто, как известно, не там, где убирают, а там, где не мусорят.